В отношении предприятия термической утилизации биоотходов возбуждено административное дело. Крематорий для животных на юго-западе города нанес вред окружающей среде. Печи в камерах были неисправны, что привело к выбросу опасных веществ. Это установили работники Росприроднадзора. Они взяли пробы после жалоб жителей на ужасный запах. По словам людей, крематорий неисправен с марта. Именно тогда поступили первые сигналы о запахе смерти. Нарушения обнаружили сразу, но только сейчас компания «Промэко» поставили ультиматум – либо ремонт оборудования, либо приостановка работы.